Народ, привет! Продолжаем рубрику мини-распаковочки. Сегодня к нам добралась еще одна посылочка. Сейчас мы с вами ее вскроем. Здесь у нас тяги от первого аксиала. Вот такие вот. Хорошие, каленые. Обошлись мне в 230 рублей. Заказывал с сайта Pandao. До этого мне приходили вот такие вот CVD привода. И весь этот наборчик означает то, что на днях мы примемся за переделку Рема Хобби и будем уменьшать ширину клеи. Предполагаю, что он будет чуть-чуть больше, чем у аксиала, но намного меньше, чем у Рема Хобби. Напомню, у Рема Хобби порядка 25 сантиметров. Мы должны в итоге получить где-то сантиметра 22-23. Посмотрим, что из этого получится. Следите за обновлениями. И до новых встреч. Пока.